Медведева будет работать до тех пор, пока это не станет неприличным. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин абсолютно устраивает кабинет министров, абсолютно не самостоятельный, управляемый, не авторитетный и не очень сильно уважаемый. Потому что если бы было наоборот, то фигура премьер-министра стала бы сильной политической фигурой. Владимир Владимирович Путин, видимо, устраивает те фигуры, которые никакого влияния на реальное принятие решений, на политическую жизнь страны не оказывают. Я прекрасно это его понимаю. К сожалению, это обычная тактика российских начальников, назначая своих подчиненных без амбиций и без каких-либо претензий на то, что они когда-нибудь могут занять твое место. Поэтому кабинет министров под руководством Медведева, по всей вероятности, обречен на долгую жизнь до тех пор, пока он не станет разменной картой в какой-то сложной экономической или политической ситуации.